тебе говорила, что я с тобой не хочу общаться. Ты можешь не общаться. А зачем ты пришел? Я пришел высвободить твою злость и агрессию. Угу. Для того, чтобы она ушла, тебе стоит удалиться из помещения. И все? Да, Леш, я не хочу с тобой общаться. Я тебя вычеркнула из своей жизни. Правда тебе говорю. Честное слово. Катя утверждает, что меня больше не существует. Какие же у меня может вызвать эти новости, информация, чувства? Ну, собственно, никаких. Так тому и быть. Значит, нет меня больше. И живем мы дальше. Но ты можешь заняться физической активностью. Нет, как-нибудь, в другой раз. Может быть, с кем-то другим. Спасибо. Ты уверен в этом? Да, я в этом уверена. Я, правда, не хочу общаться. Выбор надо уважать.